Всем привет! Сегодня мы сделаем оригами звездочка ниндзя. Вот такая получается звездочка. Вот так она выглядит с другой стороны. Делается такая звездочка очень легко. Эта звездочка предназначена для метания. Держим вот так звездочку сбоку и посередине бьем по звездочке. Как видите, эта звездочка умеет далеко летать. Такую звездочку ниндзя сможет сделать себе каждый. Давайте мы эту звездочку сделаем вместе. Для того, чтобы сделать звездочку ниндзя, нам понадобится квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Возьмем лист и сложим его по диагонали с угла в угол. Раскладываем листочек обратно. Теперь в другую сторону складываем лист по диагонали с угла в угол. Развернем листочек вот таким образом. Теперь нижние уголки загибаем вверх к верхней линии. Боковые стороны опускаем вниз по центральной линии с обеих сторон. Переворачиваем листочек на другую сторону. Теперь снова боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. Одну сторону загнули и вторую сторону загибаем таким же образом. Теперь вот эту сторону загибаем на бок вот этому листочку. Хорошо наводим листочек. С другой стороны вот эту сторону загибаем на бок вот этому листочку. Наводим листочек. Переворачиваем уголки обратно с одной и с другой стороны. Переворачиваем листочек. Переворачиваем второй листочек. Теперь вот эту сторону загибаем на бок вот этой линии. Хорошо наведем листочек. С другой стороны вот эту сторону загибаем на бок вот этой линии. Хорошо наведем листочек. Переворачиваем уголки с одной и с другой стороны. Теперь вот этот уголок нужно вогнуть в середину под листочек. Берем листочек, поднимаем листочек и загибаем уголок в середину. Складываем. С другой стороны делаем так же. Поднимаем листочек и загибаем уголок в середину. Складываем. И наводим листочек. Переворачиваем листочки обратно к центральной линии с одной стороны и с другой стороны. Хорошо наведем. Теперь вот этот уголок загибаем к началу верхнего листочка. Наводим листочек. С другой стороны, вот этот уголок загибаем к началу верхнего листочка. Наводим листочек. Теперь вот эту сторону загибаем к вот этой стороне.
наводим. И вот эту сторону загибаем к этой стороне. Наводим листочек. Теперь после верхнего листочка перевернем листочек. Хорошо наведем. Перевернем обратно. С другой стороны, возле верхнего листочка переворачиваем листочек. Хорошо наводим. И переворачиваем обратно. Поднимаем верхний листочек. Вот у нас листочек есть. Расширяем его. И вот этот листочек переворачиваем под этот листочек. Просовываем листочек между листочками и закрываем. Наводим. С другой стороны поднимаем листочек, расширяем листочек. И листочек просовываем между листочком. Просовываем листочек между листочков, складываем и хорошо наводим. Теперь у нас получается вот такая звездочка ниндзя. Вот так она выглядит с другой стороны. Теперь наша звездочка ниндзя уже готова. Я надеюсь, что она вам понравилась. Желаю всем успехов!